Друзья, в этом ролике я покажу, как менять ленту в ленточных твиттерах PhoneTag. Вот твиттер Neo CD1 для примера. И вот как выглядит ремкомплект, который поставляется для замены ленты в паре таких твиттеров. Это вкладыши алюминиевые и силиконовые комплект для замены двух лент, повторю. И вот в такой упаковке поставляются сами ленты. Вот мы их тут видим. Перед вами три ленты разной длины, точнее длины у них разные контактные площадки. Вот обратите внимание, здесь начинается площадка, вот здесь, и продолжается до конца ленты. В середине участок не имеет контактной поверхности с электрической проводимостью, равно как на этих всех лентах. Эта лента от Neo CD1 самая короткая, эта лента от Neo CD3 и 3,5, и эта лента от Neo CD2. Все ленты 8 мм шириной, потому что эта линейка использует такие ленты и отличается, повторю, только длиной контактной площадки. Что это значит, почему это важно? Если взять для примера твиттер PhoneTag Neo CD1 и попробовать использовать для него длинную ленту от Neo CD2, то контактные площадки, которые начинаются вот здесь, не будут соприкасаться с контактами, которые находятся примерно вот в этих местах. Такая же ситуация будет, если использовать ленту от Neo CD3,5. Ее контакты заканчиваются здесь, контактные площадки. И только родная лента от Neo CD1 имеет контактные площадки вот здесь. Отлично подходит для замены в этой модели твиттера. Контакты звонятся, а без контактной площадки они не звонятся. Это очень важно понимать при замене твиттера. Итак, вот фото ремкомплекта. Вот фото границы контактной площадки на каждой ленте. А вот сравнительная длина лент разных твиттеров. Далее в видео я покажу вам, как мастер меняет ленту в твиттере Neo CD2. Счастливо вам, ребята, обращайтесь.